Короче, я поняла, что кто-то не знает, оказывается. Столько людей, точнее, не знает. Короче, ребята, принц Лимон, он заболел в октябре, в сентябре где-то так. Сначала просто как простуда была. У него сел голос, он не мог озвучивать. И получилось так, что он бесконечно болел. И он потом пошел к специальному врачу, называется фониатр, который именно связки проверяет. Фониатр проверил его связки и сказал, что они у него не смыкаются. То есть у него какая-то там болезнь, и нужно ее лечить. Корейский фониатр сказал лечить год. И то не факт, что поможет на 100%. И то во время этого лечения ему все равно нельзя озвучивать. Короче, сейчас он обратился к другому врачу, российскому фониатру. Тот совсем другое вообще лечение назначил и поставил другой диагноз, посмотрев все эти результаты и выслушав самого Юру. Поэтому мы, скажем так, на распутье. Юра будет сам решать, вот как он решит, какое он выберет лечение, вот то он и, короче, и будет употреблять. По сути, просто вот так разговаривать он может. Поэтому он сейчас может выходить в Инстаграм, делать какие-то короткие ролики, только короткие, потому что, по-моему, больше 15 минут, когда начинает разговаривать, начинает горло болеть. То есть он еще может разговаривать, но у него начинает болеть. А когда ты озвучиваешь, ты используешь совсем другие мышцы. Соответственно, во время озвучки у него начинает сразу садиться голос, и просто исчезает голос. И все, у него становится больной голос. Поэтому он не может озвучивать, к сожалению. Разговаривать может, а вот прямо озвучивать не может. Вот такие вот дела. Поэтому все вот эти, скажем так, наши хвосты, дорамы, где он озвучивал, они будут дозвучены только тогда, когда он выздоровеет. Когда это будет, без понятия вообще. Конечно, могли бы в тупую поставить на две последние серии, там, не знаю, стажера кого-нибудь. Но это, опять же, видите, в тупую будет. Это будет тупость. Так делать не надо. Вот. Поэтому всем терпения, а Юре здоровья.